15.09 в 10 утра по Москве произошло то событие, и очень многие писали: Юра, ты что, дурак? Я, честно говоря, ожидал клоунов с носиками, которые будут писать: ну что? Друзья, снова всем привет. Сегодня мы с вами опять вернемся к нашему пресловутому закрытому майнинг-клубу, на котором мы зарабатываем пассивно. Прежде чем перейдем к этой теме, мне хотелось бы вам всем рассказать о том, что наконец-таки спустя почти 15 лет моего бизнеса, а именно почти 15 лет я уже занимаюсь своим бизнесом, я сегодня, 14.09, наконец-таки зарегистрировал первый раз в жизни индивидуального предпринимателя. То есть я с сегодняшнего дня официально являюсь индивидуальным предпринимателем. Да, несмотря на то, что, конечно же, у меня были юридические лица, это были 2 или 3 ООО, общество с ограниченной ответственностью. И первое я открыл как раз-таки в 2008 году и начинал заниматься канцтоварами, и об этой идее у нас есть тоже очень много роликов. И несмотря на то, что я уже 4 года веду этот канал, где уже 30 бизнес-идей у нас прошли в качестве, скажем так, потенциальных для зарабатывания денег, и вот сегодня, наконец-таки, я стал официальным, зарегистрированным именно индивидуальным предпринимателем. А для чего я получил именно такой статус, это вы узнаете, если будете смотреть в дальнейшем наш канал. Друзья, поехали дальше. У меня в руках лицензионный договор номер без номера от 14 сентября 2022 года. Благодаря всем вам, подписчики, зрители нашего канала, благодаря тому, что вы проявляете большой интерес к нашему каналу, к нашим бизнес-идеям, наш канал получил достаточно большую популярность, и со мной связались из Республики Беларусь, Минска, с телевидения, которое называется «Светлое телевидение». Я, к сожалению, не знаю, что это за канал, не знаю, насколько он популярный в Республике Беларусь, но тем не менее люди прислали лицензионное соглашение с предложением транслировать весь наш канал, все наши бизнес-идеи, весь наш видеоматериал на этом канале, и они просят от меня, чтобы я им официально дал на это добро. И мне очень важно ваше мнение, так как благодаря все-таки вам наш канал приобрел достаточно большую популярность в сети YouTube, и это повлекло в том числе вот до такие развития, что нас уже приглашают предоставлять наш видеоматериал с нашего канала на телевидение. Мне хотелось бы услышать от вас, особенно от тех, кто проживает в Республике Беларусь, что это за телевидение, стоит ли подписывать это соглашение, что это вообще за канал, будет ли нам это полезно. Вот. Ну и погнали, вернемся к нашему пассивному заработку. Пошли туда. На сегодняшний день из-за санкций блокируют все больше известных финансовых групп, и для работы имеет смысл рассмотреть частного независимого брокера, который давно работает и имеет высокий рейтинг. Могу порекомендовать вам онлайн-брокера, который уже 15 лет работает на финансовом рынке, и называется он A-Markets. Находится вне юрисдикции Российской Федерации и поэтому не попадает под ограничения. Сам Markets вам доступны как трейдинг, подходящий для активных трейдеров, так и копи-трейдинг, подходящий для пассивного заработка. Помимо этого, более 500 торговых инструментов, в том числе топовые криптовалюты. Торговля USD к рублю и евро к рублю без комиссий. Инвестирование в акции без ограничений, мгновенное пополнение счета без комиссий и качественное мобильное приложение. Также есть кэшбэк-программа, в рамках которой трейдеру со сделок возвращают до 17 долларов. Ну и из бонусов. В качестве нового клиента вам доступно удвоение стартового депозита, крутая кэшбэк-программа, либо перевод заработанных средств с демо-счета на реальный. В описании под роликом я уже оставил ссылку, так что переходите, открывайте счет на Markets, получайте суперские бонусы и начинайте работу с одним из лучших онлайн-брокеров на данный момент. Друзья, и вот так, уже вот так на сегодня выглядит наш пассивный заработок. Раз, два, три, четыре и плюс одна незадействованная ГПУшечка. Это видеокарта, на которой мы занимаемся добычей криптовалюты. И сегодня, 15.09, в 10 утра по Москве произошло то событие, благодаря которому в нашем клубе на сегодняшний день всего лишь 11 человек, а не 50, как уже должно было быть. Почему так? Потому что очень многие боялись этого события. И очень многие писали: Юра, ты что, дурак? Какой нафиг майнинг? Ты чё, совсем с дуба рухнул? Это было в начале сентября, когда даже
Это было еще в конце августа, когда уже было известно, что с 15 по 19 будет вот это событие. И писали люди, что не вздумай, ты что, дурак совсем, все избавляются от вот этого, а ты загоняешь людей в кабалу. Друзья, так вот, ответственность сегодня всем хочу заявить уже после того, когда произошло это событие, благодаря которому все бздели заходить, и 11 человек все-таки зашло, и примечательно то, что 11 человек, который сегодня зашел, 15 сентября, он уже зашел после этого события, то есть все этого боялись и не заходили, а человека я, так скажем, предупредил, на сегодняшний день он изначально проявлял желание, инициативу, его зовут Константин, я ему передаю привет, это самый смелый участник нашего закрытого клуба, и он зашел именно после этого события, понимаете, да, то есть все боялись, что оно произойдет, и не хотели заходить, а он уже, когда оно произошло, зашел, при всем при том, что я предупреждал, что есть риски, в правилах это все прописано, в одном из предыдущих роликов я обо всем об этом рассказывал, человек сегодня зашел. Друзья, и у нас 4 таких балалайки. Так вот, я, честно говоря, ожидал хейта, а именно клоунов с носиками, которые будут писать: «Ну что, как твой майнинг? Юра, ну ты баран, вошел, да-да-да-да-да». Друзья, ответственно заявляю, что даже случилось то событие, которое случилось, и ничего глобального не произошло. Как вы видите, эфирка уже не майнится, эфирка доходность не приносит, а у нас все работает. Я не хочу вдаваться в подробности, какую монету мы майним, сколько мы зарабатываем. Просело, ну не намного, не критично. А если говорить о том, что вообще в целом есть такая программа, которая анализирует доходности, сложности и цены монет и ежеминутно проводит этот мониторинг и переключает на самый профитный, на самую профитную монету и выплачивать в биткоинах рекламу, просто не хочу никому сегодня делать по поводу этой криптоиндустрии, то в целом просадка вообще незначительная. Но сегодня первый день, сегодня был, конечно, ажиотаж, сегодня был огромный бум, сегодня был хипиш, люди, повалилась операционная система, на которой все это работает, 99% майнеров сидят на этой операционной системе, сегодня она встала, несколько часов она вообще не работала. Многие, я слышал, что вообще повыключали к чертям собачьим весь этот майнинг, но он работает и он приносит деньги. И свободных мест у нас остается все меньше и меньше с каждым днем. Ребят, вот такой на сегодня был познавательный ролик. Мне очень важно мнение каждого из вас. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу совместного майнинг-клуба, по поводу пассивного дохода, по поводу телеканала «Беларусь», по поводу ИП. Предлагайте варианты, для чего я все-таки открыл ИП. Большое всем спасибо за просмотры. Не забывайте оценивать этот ролик лайком. Делитесь обязательно с друзьями. Я вам, как обычно, всем желаю крепкого сибирского. Всем пока.